Ми сьогодні приїхали в Чернівці і розпочинаємо нашу антикорупційну ходу з однією простою ціллю. Ми збираємо команду в 1 мільйон людей, які прагнуть змін, які вимагають сьогодні невідкладно їх розпочати. В Харкові ми проводили антикорупційний форум, на якому оголосили тоді 5 вимог до української влади. Це відставка уряду Яценюка і формування нового уряду, це призначення незалежного генерального прокурора, це ухвалення пакету законів про економічні свободи, це врешті запровадження принципу невідворотності покарання і це нові правила виборчі, які нам дозволять і дадуть можливість сьогодні викинути олігархів з політики. Ми розпочали ініціативу «Один із мільйона» і сьогодні тут для того, щоб поповнити наші ряди людей, які є небайдужими, які хочуть змін і які змусять українську владу почути український народ. Тут огромний потенціал, який із-за того, що в країні є корупція, із-за того, що в країні немає реальних реформ, не використовується. Люди сегодня живут все беднее и беднее. Это огромная проблема для Украины. Это проблема для всей страны и для всего региона. Потому что у Украины огромный потенциал, который не использован. И этот потенциал нужен нам тоже, гражданам Грузии тоже. Потому что Украина для нас – это мост для того, чтобы мы стали тоже частью Европейского Союза. Мы тоже стали частью развитого сообщества. Одна Грузия, одна маленькая страна ничего не сможет изменить постсоветское пространство. Если честно, я тут потому, что я раз и навсегда хочу забыть слово постсоветское пространство. Я хочу, чтобы нас называли как бы членами Европейского Союза. Я хочу, чтобы мы все стали совместно членами того сообщества, которое стабильно развивается, где у людей есть нормальная возможность для самореализации. Что касается конкретно этого движения, это общественное движение, поэтому у меня есть право участвовать в этом движении. И большое спасибо всем инициаторам, которые начали вот это движение. В первую очередь, конечно же, мы должны победить коррупцию. Но слова это одно. У нас есть очень конкретные проекты, как мы собираемся это сделать. У нас есть конкретные реформы, которые надо проводить в стране. Экономические реформы, реформы в борьбе против коррупции. Потому что не только в прокуратуре коррупционные схемы решаются, и не только прокуратура должна бороться против коррупции. Но и системы новые надо создавать, где сам собой уже превенция коррупции идет. Да? Мы в Грузии, к примеру, мы смогли сделать, не знаю, админуслуги, полиция, таможня, погранслужбы, они не берут взятки. И даже если кто-то предложит взятку сейчас пограничнику, просто удивится пограничник, потому что практики уже такого нету. А Грузия во время Советского Союза славилась тем, что была один из самых коррумпированных стран. Если мы смогли это сделать маленькой Грузии, где нет такого большого потенциала, как Украина, это возможно сделать реально и в Украине тоже. Так что я думаю, что очень четкая красная линия есть. Или мы продолжаем жить вот в этом околдованной сети совка со своими коррупционными схемами, со своими советскими, не знаю, там, системами, со своими советскими бюрократами, со своими советскими, не знаю, там, традициями, или мы реально становимся частью нового сообщества, или мы реально меняем страну на глазах. У нас, повторю, что есть очень конкретная реформа. К примеру, по админуслугам, по экономической свободе. У нас есть конкретные реформы, которые надо сделать, радикальные реформы в налоговой системе, в таможенной системе. Украина должна стать символом новой Европы. Амбиции должны быть еще больше, чем просто страна, где люди нормально живут. Еще больше, потому что Украина должна стать основным драйвером для всего региона. Грузия смотрит на Украину, Молдова смотрит на Украину, Армения смотрит на Украину, Беларусь смотрит на Украину, россияне смотрят на Украину. И нельзя упустить просто эту возможность. Психология лузера от нас должна уйти. У нас должна быть психология победителя. И мы должны победить и в борьбе против коррупции, и советский менталитет должны победить. И самое главное, должны победить тоталитарную как бы, ментальность, которая хочет нас проглотить со стороны России. Если Украина выйдет, и я уверен, что выйдет у Украины реформы, я уверен, что эта сила есть в этой стране, эта волна пойдет на Россию тоже.
И как раз в этом и есть решение и конфликтов, решение и оккупации, и решение как бы аннексии, которая сегодня есть в Украине, и в Грузии, и в других странах тоже.